тестирую два прибора с двумя разными базами. Объясню, почему немного позже. Контроль светофора. Ограничение 60. Контроль светофора. Ограничение 60. Итак, прибор, который справа, сказал нам раньше, прибор, который слева, сказал нам позже. Что это такое? Для чего этот весь тест? Немножко изменили угол определения камеры, которые стоят в данный момент на светофоре. То есть, грубо говоря, каким образом можно изменить оповещение детектора, сделать его раньше или позже? Да все элементарно просто. То есть, грубо говоря, немножко развернуть угол камеры, и, соответственно, радар будет понимать ее как камера, которая ближе, либо как камера, которая дальше. Вот, сейчас попробую еще раз прокатиться и показать. Сейчас уйдем налево мы. Развернемся. Покажу еще раз. Прибор, который справа, он уже идет с измененным углом. Соответственно, поэтому он сказал об этой камере раньше. Хотя для чего это, ну, не знаю я. Прибор, который слева, это с базой месячной давности. То есть, грубо говоря, ноябрьская база и декабрьская база. Соответственно, этот прибор сообщил об этой камере позже. Так, давай вот здесь развернемся. И еще раз прокатимся, еще раз покажу. Еще раз, справа прибор, который от нас, на нем база декабрь. Вчерашняя, я бы сказал, то есть ее в официале нету. Сляпали так эту базу. Прибор, который слева, с ноябрьской базой. Ну и смотрим, чего нам все-таки нужно и нужно ли оно вообще нам. Контроль светофора. Ограничение 60. Прибор справа сказал. Контроль светофора. Ограничение 60. Прибор слева сказал. То есть прибор справа отреагировал заранее, прибор слева сообщил об этом позже. Ну, вот, собственно, вот так. Надо ли оно или не надо, чтобы это оповещение было раньше или позже, решать народу. Но опять же, смотрите, прикол вот в чем. Прикол, который радар-то справа показывает нам 50 метров, а радар, который слева, 100 метров. То есть как будто точка эта немножко сдвинута. Но тут явно не 100 метров, а больше похоже на 50 метров. Потому, собственно, здесь, наверное, верное изменение, и претензий к этому изменению нету. Вот, то есть изначально, каким образом-то опять это получилось? А получилось это, скорее всего, так, что первоначально, кто дал эту точку, он указал ее не совсем правильно. Потому, собственно, оно так и есть. Вот, вот таким образом, как бы, для чего это все, опять же, в тему чего? Для чего нужны эти все обновления? Да блин, ну не просто же так эти все обновления баз, потому я и людей прошу приходить раз в месяц, чтобы это все делать. То есть вот такие вот мелкие как бы загвоздки, благодаря которым точнее и корректнее работает прибор, но я думаю, они больше приносят пользу всем как бы. Поэтому личное дело каждого. Хотите приходите, хотите нет. Ну вот как бы наглядно показал. Прибор, который справа, опять же повторюсь, база декабрьская, исправлена. И действительно, вот он показывает, вон они сверху камеры висят, показывает 50 метров. Сейчас пробиликать должен. Точно. Прибор, который слева, буквально 2 метра разница. Ну, собственно, считаю, что с новой базой декабрьской это все дело работает корректнее. На том, пожалуй, все. Едем тестировать радар.